Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу, где мы абсолютно без вложений собираем токен SLT-ADS. И в этом видео я хочу поставить свои токены на вывод. Буду я выводить на биржу CREX24. У меня 537 токенов. Когда мы заходили, изначально была минимальная сумма на вывод 1000 токенов. Сейчас они снизили минимальный вывод до 500 токенов. Так, значит, если мы перейдем на CREX24, так, счет я нажму. И вот сюда поиск. Здесь есть еще другая биржа, можно выводить. Но мне вот я буду выводить, каждый выбирает себе, на CREX24 от SLT. Видимо, у меня доступно по нулям все. И давайте перейдем теперь. Так, на сам сайт. Давайте теперь выводить. Так, у меня 537. Депозит, вывод средств. Вывод производится по будним дням. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Вывод не делайте. Только по будням. И только SLT. Как бы здесь нет дополнительных платежек. В настройках не забываем прописывать адрес, куда вы будете выводить. У меня прописан адрес CREX24. Сюда я прописываю сумму 537. Значит, поставим точку. Монеты эти копейки оставлю. 0,0. Вот так. Значит, они берут комиссию 0,5 тысяч монет, когда 0,5. 5, так, плюс 1,5%. Сюда вот в эту графу мы вводим пин-код, который указывали при регистрации. Я сейчас поставлю на паузу, введу пин-код и нажму вывод средств. Обратите внимание, так я нажала. Выплата была успешно обработана. Ля-ля-ля тополя на адрес. Давайте теперь перейдем на биржу. Значит, вывод идет у них инстантом. Обновим страничку. Перезагрузить. По нулям у меня. Они, в принципе, должны быть еще в пединге. Возможно, по нулям будет. Сейчас зайдем в отчеты и посмотрим. Поиск вставляем. Ой. Да, SLT по нулям. Идем вот сюда. Отчет. Так, мои ордера. История платежей. Так, это не то. Мои сделки. Так, это тоже не то. Так, мои сделки. Ой, у меня здесь много чего. Ой, теперь ищи. 19-й год еще только. Так, что-то я не вижу. Так, должно быть. Так, сейчас посмотрим. Сейчас я разберусь. Так, вывод идет не инстантом, поэтому у меня нет ничего. Смотрите, вот я нажала здесь «История». 24.02. Должно мне прийти 528 SLT от Виндраф. И у меня статус в ожидании. Как монетка придет, я уже не буду ставить на паузу, ждать. Вот. Тогда я запишу, что мне там на почте письмо. Возможно, может, письмо надо подтвердить. Ну, тогда я запишу коротенькое видео о том, что монетки пришли. А это CREX24. Пришли мне на биржу. Подождем. На этом, в принципе, все. Всем удачи, больших заработков. Работаем. До новых встреч.